Добрый день. Вас снова приветствует компания «Крупмонтаж». Ровно месяц назад мы стояли на этом же месте. Да, по колено в снегу. Вот наш заказчик, любезный Валерий, который решил, так сказать, поучаствовать в нашем репортаже. Месяц назад мы стояли на этом месте. Еще нужно, я рекомендую на этой крыше заказчику сделать подшивку, ну аккуратно, ну что это, прошлый век подшита оцинковкой карнизы, свес и кровлю, надо сделать аккуратно, софитами подбить. Если еще сделать крышу коричневого цвета, красного, там зеленого, вообще дом заиграет. Перед началом работ, ну все хорошее, оно всегда продолжается, но стройка, она когда-нибудь заканчивается. Хочу сказать, что мы официально закончили наш объект. Что состояло? Мы переутепляли крышу, сделали фальцевую кровлю под ключ, подшивку софитами. Ну, в общем, комплексный ремонт кровли. И хочу спросить Валерия, нашего заказчика, доволен ли качеством и производством работ нашей компании? Ну да, качеством я, конечно, доволен. Дело в том, что вот уже на третьем этаже, например, стало намного теплее. Вот, даже когда было холодно, только уже утеплили, даже не покрывая, не ложили листочек, было уже намного теплее. Вот. Я думаю, что все будет нормально работать. Вот. Претензий у меня никаких нету. Ребята добросовестно отнеслись к своим обязанностям, не тревожили лишний раз. Вот. Так что уложились в сроки. Я доволен. Спасибо. Для нас самое важное – это похвала и, так сказать, спокойствие, душевное состояние наших заказчиков, чтобы они были довольны нашей работой. И самое важное, что мы производим гарантию на все наши работы. И не дай бог, что, повторяю, всякое бывает, мы всегда придем на взаимовыручку к нашим заказчикам, всегда подъедем, решим любые вопросы с кровлей. Звоните, не забывайте подписываться, обращайтесь к компании «Крупмонтаж», и мы сделаем качественно вашу кровлю. До свидания. Все, спасибо. Показывайте, задумайте.